И в этом сезоне он смог, наверное, стать одним из самых активных, одним из самых опасных игроков. Вот момент для Ахтоби. Пизели. Гол! Здорово разыграли красно-белые. И итогом этой атаки стал удар в исполнении Пизели. И еще один гол на свой счет он записывает. Конечно, такие парни, как Маркос Пизели, должны брать игру на себя. Именно он сравнял счет после передачи в исполнении его партнера. Конечно, и Пламен Димов, и Руслан Абжанов пытались ему помешать. Но передача Ардака Саулета была своевременная. И удар Пизели с острого угла получился не менее блестящим. Вот так вот, два забитых мяча в течение нескольких минут. И 1-1 уже в первом тайме.